который можно выписать с 11 номера. Еще одна подача, удар, 1-0. И кто это отличился? Криштиану Роналду. Четвертый мяч на этом чемпионате мира. Криштиану продолжает просто удивлять, поражать. В потрясающей готовности Криштиану приехал в Россию. Ну, просто феноменальная у него статистика. Сколько минут ему потребовалось на то, чтобы отличиться? Меньше 5, это совершенно точно. Хорошая подача. Не усмотрели за ним защитники. И просто расстрелял Мунира Эль-Хажуи. Роналду, посмотрите, с линии площади ворот пробил, даже не дернулся вратарь. 1-0, сборная Португалии открывает счет в этом матче, и оцените высоту прыжка.